Привет, молодые люди, меня зовут Эрик Шоков, и сегодня катки, ваши любимые катки. Вы это часто просите, давно не играл в Faceit, и сегодня мы туда вернемся. Я вам скажу так, сейчас я, наверное, в лучшей своей форме за все мои годы в CS. У меня был ролик года два назад про то, что я сыграю с каждым проигроком из топа. Он у вас тут на экране, вы можете тыкнуть. Я сейчас его гляну еще раз и пересмотрю, кому можно кинуть вызов прямо сейчас. Напоминаю, что я выиграл Зевса, Бумыча, Антику, проиграл я Киндеру, Джейму и кому-то еще. Не хочу вспоминать, это грустно. Но там есть еще очень много проигроков, с которыми надо будет сыграть. В общем, ожидайте эту рубрику. Это топ. Я давно не играл аимки, серьезно. Очень хочется попробовать. Возвращаясь к ролику, хотел бы сказать, что дорога к 3000 элла создается из 10 каток. Может быть, даже больше. Это смотреть интереснее, динамичнее. Ну и плюс по элла будет большая разница от начала до конца. Такие вот дела. Мое текущее элла у вас на экране. Поэтому прямо сейчас мы готовимся к поднятию. Скажу вам так, игры, которые сейчас у меня будут на 7-8 левелах, я вам серьезно, матчмейкинге сложнее играть. Такое чувство, что на 7-8 левелах сейчас играют бигстары или беркуты. В общем, вы это сами увидите, поэтому желаю тебе приятного просмотра и аппетита. Спасибо, что ты кушаешь под мои ролики. Не забудь поставить лайк, это очень важно для нашего канала. Ну а мы приступаем. Let's go. Наша первая игра из 10. Сейчас мы играем плюс-минус на плюс 27. Ну что ж, сервер Швеция, карта Мираж. Первая катка спустя очень долгое время. Последняя игра была 22 декабря, ровно месяц назад. Ну, плюс-минус. Все, полетели. Полетели. Здорово. Команда рабочая, так сказать. И Тетрис. Тетрис. Да, трэш. Яма. Класс полос, авик до сих пор. Ладно, мой косяк, что я не убил, да? Больше. Да похуй. Ай, я не знал про последний. Я думал, это кич. Окно убил. Хорошо. Блин. Господи, первая катка, конечно, жесткая. Офсет, офсет. Офсет. Блин. Три ямы, два тетриса. Хорош. Пелос, пелос. Найс, я услышал. Либо тетрис, либо я. Good game, ребят. Спасибо за игру. Вот у нас раньше. 2-4 или 2-5. Оранжевый сам сказал то, что у челопачки нету. Следующая карта, играем Dust 2. Тут не пишется, сколько плюс, это очень плохо. Но против нас 1900, 1800, 1400, 1600. А, ну так против нас 7 левла 6. Ладно, это будет, наверное, опять просто. О, как это было пафосно. Запускаемся. А, лол. Один на Xbox убил. А там их вышло два. А твой никнейм какой? Да нет, особо. Спасибо за игру, ребята. Мне, к сожалению, выходит. Ну, слушай, ну это прям матчмейкинг катка была. 3.50, да. Следующая катка это Швеция, карта Мираж. А против нас 2500, 1300, 1900, 1400, 1700. Короче, по идее, такая же легкая катка должна быть. Стреляться будет только один чел. Хотя у него АВГ-20, ну вот 23-й русский чел. Ладно, посмотрим, что будет. Пока очень легко идет. Если так будет продолжаться, то мой КД будет 1.5, а мой АВГ-25. Неужели матчмейкинг за русские катки помогли? Либо это реально попадаются боты до сих пор. Очень сложно понять, что на самом деле происходит.
начинаем. Здесь топы двое. Сити. Найс! Да, то есть, точнее, яма чел точно вышел. Ямба. Давил глаза. Фу, блин. Дефолт спайк. Вау. Я думал спайк. Да, там даже. Так, ну, короче, это не назвать каткой вообще, это реально десматч был. Идем на кст. Следующая игра, мы играем на карте Dust 2. Я реально хочу взять паузу после этой карты. Я завтра допишу уже этот ролик, но плюс к этому не хочу играть Dust Mirage. Реально достает, это неинтересно. Один нижний или три нижний? Ай-яй-яй. Не, там пачка хуйня. Заглушил, можно дефизить. Одна строя. Куда? Угу. И сосит, он сосит. Рабочий. Убил? Middle, топ middle. Ай, ладно, это вообще не игра. Опять. Вообще, катки просто отмена. Я как будто матчмейкинг играл, без шуток. Очень просто, и сейчас мы подняли Элла до 80. 91! Что это за рофл вообще? Самый халявный Элла. И с тем учетом, что это реально были катки, где я отыграл. То есть это не буст. Ладно, я беру паузу и завтра продолжу. Для вас это мгновение. Один шот. Найс. Last shot, last shot. Еще один яма, вот. Блин. А там вообще инвалид человек. Подождите, у меня есть ган для убийства этого человека. Меня заблочил, как скука. Да это штука. Ты 18? Ладно, забей, давай быстрее начнем новое. Я думал, ты еще проиграешь. Найс, бро, говорит. Небольшая рекламная интеграция на сайте GG Drop. Это, если что, та самая компания, которая спонсирует команду Gambit eSports. Ну а также она провела шоу-матч против игроков Gambit с ютуберами, которые рекламируют GG Drop. Вы можете посмотреть этот ролик. Было реально зачетно, он у вас на экране. Зимний ивент. Ребята проводят классное событие, которое дает вам много кэшбэка. Прям очень много. К примеру, вы открываете кейс. Давайте откроем Сани Санты. Открываем кейсики. Еще раз открываем. У вас есть шанс 12% то, что упадет токен. Получается, заходим в ивент. У меня есть 4 токена, я ставлю их здесь. И начинается джекпот. Выиграет рандомный человек, и он сможет бесплатно открыть любой кейс. Ну а также на этом сайте действует очень классная акция. Когда вы открываете кейсы, у вас, понятное дело, есть оборот денег. Оборот денег накапливается до какой-то определенной суммы, вы сможете открыть бесплатный кейс. Эти бесплатные кейсы у вас отображаются здесь. 2 бесплатных кейса. Я вот так сижу просто и открываю. Кэшбэков здесь просто навалом. Поэтому ссылка на джидроп есть в описании. Ну а мы идем дальше. Первая катка на 10 левеле в этом году. Мы играем против ребят 1900 АВГ. Посмотрим, что получится. Let's go, карты вертига. Хотел зарезать. Ай. Ты это видел? О боже, что это такое? Лол хп горят. Чудо.
зашел в самое площадкой Google. Она не отвечает. Найс! Я смог хорошо. Все, я наигрался, если. Блин, ну. Ищите... Следующая катка у нас The Vertigo снова. Я до сих пор не тренился адекватно сегодня и играю как мусор. АВГ 1900, и мы играем на 2000 элла, но АВГ 1900, и реально легко играть. Против нас 2500, хоть что-то уже интересное, поэтому посмотрим, что будет. Ну и 2200, весь так из Дании. Следующая карта, мы играем Мираж. Против нас игрок, у которого 23 АВГ и 1.59 КД. Очень будет страшно, опасно. А, так у нас 29 АВГ и 2 КД у парня. Вот, посмотрите на вот это вот дело. Let's go, смотреть, что получится. Ой. Молодец. Хорош. Да ладно, не говори, не говори. Хорош. Так, ладно. Следующая карта. Это у нас The Mirage. Играем против 1700 элла. Это должен быть десматч, поэтому прямо сейчас мы начинаем. Nice, well played, команда, команда. Firebox. Yes. Так, ребята, если что, игра на плюс 30, наверное, вот наши противники, 2800, 2500, средний у них 2600, в общем, сложная катка, полетели, let's go. Ладер, ладер, ладер. Найс. Ты тот самый единственный зритель? А, сити, ой, кичен, кичен стоит. Вот хорош. Туда, нет, туда, не туда его. Инсей. О, хороша, а? Хороша. Ай-яй-яй. Еще один. Найс. Ноу. Да. Вот и все, вот и все. Я понимаю, я знаю. Я это знаю.
Следующая карта у нас уже 2087 элла, это вроде бы мой рекорд. У чела 4700? Так, у парня 4700 элла, это прям очень жестко, 2800, 3000. В общем, сейчас будет потная катка, и нам дадут, наверное, 35 элла или 30 снова. В общем, будет интересно, давайте начинать. До нас, да, 4800. У нас 4800? Да. Кар. Well done, well done. Go take wrong. Green smoke box. Come take wrong, give me. Окей, это они суетливые. Очень жесткие. I come from shot. Двое. Убегай. Need the flashlight, guys. Where is the flashlight? Middle будет. Save up. Nice, we can shot one. And let's walk with him. Блять, one long half. Xbox. Oh, why you pick me, wait me, bro? Side off. Небольшой, Эрик. Лучший. Меду. Медор. Ай-яй-яй. Вот он по КТ заебал умирать на меду, а. К вам буду шарта заходить помогать, подождите. Найс. Сет. 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 Короче, все, я не могу так играть, я их мут кидаю. Можешь говорить, типа, пожалуйста, за них? Типа не хотят так атак вообще выходить. Я понимаю, у них 4К, но все равно, блядь, нельзя так себя вести. О май гад. Он за дальним. О боже мой. Я такое впервые слышу. А чё он сказал? Он... Типа, дай мне моё ОВП. Да это пиздец. Ну, в плане, дай мне моё ОВП, это я подобрал другого человека. То есть, ты понимаешь, насколько это... До его кента, которого он умер. Да. Он выебывается. О боже, когда что-то идет не так против него, и он такой ужас. Good job, boys. Дай ты гусь. Найс, last it's your friend. Он что, на своего кента заорал? Ха. Орёт им. Nice. Но you have time. Эрик, забачишь? Давай. По стенке двое бегут. Двое. Nice. Блюдок, блядь, сидит, ждет меня. Сейчас он. Он ливнул даже. Найс, Эрик. Найс. Короче, я залетаю в смок. Найс. Лучший, Эрик. Да, понял. А, все, ладно, сори. Ладно. Ну, слушайте, конечная катка против... 3800 элла АВГ. Сыграть КТ-1 и плюс мы играли с такими дебиликами, и у нас были шансы на камбэк. Вот так вот у нас закончились катки. Хорошая игра под конец. Вы увидели, как не нужно играть, какой ужасный человек может быть в игре. Хоть и у него там почти 5000 элла. Не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить следующие ролики. С тобой был я, Эрик Шоков. И что это за движение? Всем пока. Спасибо, что вы смотрели этот ролик.